теперь посмотрите выступление очень опытных фигуристов, сделавших большой качественный скачок в последнее время. Маргарита Дробязко и Повелос Ванагас из Литвы. И обращаю ваше внимание на ярко выраженную так называемую реберность катания, то есть то на внутреннем, то на наружном ребре. Музыка Мишеля Санчеса. Своих программ участвует всегда и участвовали раньше сами фигуристы. Вообще-то и Торвилл Дин, знаменитые британские танцоры, фигуристы, и их тренер даже Бетти Холлоуэй принимали участие в свое время в постановке программ. А с недавних пор они тренируются под руководством одного из самых знаменитых наших наставников Елены Чайковской, второй тренер Масленникова, она же хореограф. Так вот, вы обратили внимание, конечно, на эту реберность, о которой я говорил, катание, во-первых, у них особый рисунок шагов, танца.
И еще раз о том, что они сделали огромный качественный скачок в последнее время. Вообще-то они очень опытные. 27 лет Маргарите, 28 лет ему. 8-й чемпионат мира по счету. В 8 чемпионатах Европы они участвовали. Ну, в общем-то, далековато были от пьедестала. И вот сейчас они уже к нему подходят вплотную. 6-е место у них пока перед произвольным танцем. И вот как кто-то очень метко выразился, не самый одаренный по природным данным танцевальный дуэт поднялся до элиты. Действительно, все они в элите однозначно совершенно. Ну, надо добавить, что Повелосу, можно сказать, на роду было написано стать фигуристом. У него мама, тренер Лилия Ванагиене. И Повелос с 4 лет стал заниматься фигурным катанием. И, между прочим, является 6-кратным чемпионом Литвы в одиночном катании. Пока, как Александр уже сказал, пара на 6-м месте, но здесь очень упорная борьба с итальянским дуэтом. Барбара Фузерполи, Маурицио Маргальо. Первый обязательный танец Дробязко и Ванагас выиграли у итальянцев. Во втором обязательном танце и в оригинальном танце сильнее были итальянцы. Так что пока итальянцы 5-е, литовцы 6-е на чемпионате Европы нынешнего года. Итальянцы обыграли литовскую пару, но на финале Гран-при, который недавно закончился в Санкт-Петербурге, литовцы были сильнее. Так что здесь не шуточная борьба за 5-е место. Очень существенное еще добавление. Они действительно обрели психологию победителей. Вот еще благодаря этому качеству. Ну, со временем, вот видите, сколько лет им понадобилось еще и для этого, чтобы почувствовать себя, что да, они достойны бороться за самое высокое место. Вообще специалисты говорят о том, что эта пара по уровню мастерства может быть в призерах. Но претендентов на место на пьедестале очень много. И вот Дробязко Ванагас, видимо, будут бороться только за 5-6 места. Но оценки очень неплохие, пока они выходят на 1-е место. Да, оценки очень действительно неплохие. 5-ми они были в этом году на чемпионате Европы впервые. Такое высокое место заняли. Я думаю, что на чемпионате мира лучший результат 8-е место. На этот раз будет повыше. И наши лидеры, Крылова Овсянников, разминаются, готовятся к выступлению. Пока еще довольно далеко до их выхода. Да, ну а борьбе за первое...